Итак, всем доброго времени суток, дорогие друзья, и сегодня ко мне пришли стоечки для фото-видеосъемки или просто для видеоблогинга. В общем, такие вот у нас делишки, и, кстати, они недорогие очень даже. Я по интернету, то есть порыскал, и нашел самые, скажем так, приемлемые по цене. Конечно же, вы можете найти дешевле, я сомневаюсь, но я не знаю, как там будет уже по качеству, поэтому вот эти меня, в принципе, устроили. Они выдерживают до 2,5 килограмм, ну, на бумаге можно, в принципе, и больше навешать, ну, потом проверим. Вот. Но, конечно же, если вам нужно больше 2,5 килограмм, то стойки будут уже дороже. Я не знаю, чего туда будет ставить. Может, какой-нибудь гранатомет или зенитную установку. Мало ли, всякое бывает. В общем, вот такие вот у нас приблуды очень полезные. Свет ко мне еще, конечно, не приехал. Очень жаль. Печалька. Но я его пока ожидаю. Вот. Я его-то потом тоже покажу, что я там заказал за прожекторы такие. Вот, заказывал я их лет. И сейчас мы распакуем наши вот эти вот стоечки. Вот, я, правда, не знаю, как я сейчас обзор буду на столе делать. Наверное, на столе я обзор делать не буду, а так покажу, потому что они, ну, большие очень. Вот, и так они просто не влезут. Высота у одной стойки где-то 80 сантиметров. Это много. Вот, я как-то рассчитывал, чтобы поменьше было, но поменьше они и, конечно же, по высоте тоже не очень. А эти, как видите, уже, в общем-то, довольно длинные. Вот, высота у каждой стойки 2 метра. Это, блин, за глаза. Прям и свет можно поставить нормально, и камеру на него поставить можно, если хотите куда-то в окна подглядывать кому-то, не знаю, там. Вот, в чехле, как видите, они идут. Так. Чехольчик у нас, кстати говоря, с ручкой, так что, в принципе, проблем с транспортировкой не будет, но как бы, если на природу уезжать, ну, это только если в вечернее время снимать, я не знаю, свет нужен, да, тогда нам, в принципе, одного прожектора хватит, чтобы морду лица снимать. Это у нас пленочка ненужная, и вот, собственно, сама стойка, вот такая вот у нас, она, ну, я поближе поднесу, чтобы вы увидели. Тут у нас снизу такая вот подложка какая-то. Это что такое у нас? И как ты разворачиваешься? Так. Ага, я понял, все. Все. Короче, вот такая вот штука у нас. Тут у нас крепление. Здесь они тоже поворачиваются, чтобы развернуться полностью. Вот так, посмотрите, там болтики. Все довольно, и она такая, знаете ли, прочная. Я думаю, она выдержит гораздо больше, чем 2,5 килограмма. Это точно. Потому что, ну, очень такая хорошая. Поэтому 2,5 кило, это у нас производители обычно перестраховываются. Они немножко меньше пишут, чем стойка может выдержать. Сейчас мы развернем это дело. Так, ну, довольно сложно. А, тут еще, наверное, зажата, да? Сложно она как-то, раз это самое. Сейчас мы ее вот так. Так, это у нас на полную, да? Развернулись, и вот такая вот у них форма. Так. Стоечки, кстати, у нас Арсенал 2000. Ну и самое главное, крепление. А то я смотрел, и крепление не видел. Но здесь... Вот, и наконец-то пришли, я могу посмотреть, потому что нигде особой информации нету. Вот, я на сайте спрашивал, мне там ответили, что крепление стандартное, и действительно, вот, как видите, крепление обычное. То есть камеру можно сюда прикрутить без проблем. Вот, ну или, к примеру, можно вот эту вот штучку тоже прикрутить, это для обычного телефона, для селфи-палки. Вот, и все у нас здесь нормально, как видите, прикручивается. Вот, то есть обычное, стандартное у нас крепление. То есть все можно сюда поставить. И стоечку можно использовать вместо штатива. Камеру поставить, если вам не нужно, к примеру, положение менять. Потому что здесь головы нету, вот, которая вертится, как на штативе. Ну, вот такое вот, собственно, у нас крепление. Еще раз покажу. Потому что в видео нигде, блин, крепление не показывается. Да и самой информации... По штативу как бы не особо, не густо, скажем так. Вот такой вот у нас. Сейчас мы еще возьмем коробочку и прочтем там что-нибудь. Так.
А как у нас так, чтобы пошире было? Ага, это вот, вот так вот просто, да? Ну и вот так можно сделать еще, чтобы широкая эта самая была, чтобы не переворачивать. И можно еще опустить немножко вниз. И, собственно, вот так вот у нас получается. Как видите, диаметр палок, он очень широкий, то есть довольно устойчивый. Угу. Это хорошо. Так, и сейчас возьмем эту самую у нас и посмотрим, что тут у нас эти с креплениями. Так, 810. Так, у нас получается 810 миллиметров в сложенном состоянии. Она довольно большая. И 2000 миллиметров в разложенном состоянии. Это максимально. Так, folder weight. Вес у нас 805 граммов. А, не, подожди. Folder height. Я что-то не понял. А, диаметр, что ли? Да? Диаметр 805 миллиметров. Так, туб диаметр. Вес стойки у нас 1 килограмм. Я как бы не особо этот самый просто в характеристиках там некоторых разбираюсь, поэтому не особо меня вините, пожалуйста. А то, ну, как бы аматорская съемка. Так. Ну и вот, не знаю, что это такое. Вот. Там, если кому интересно, вот. Вот это вот параметры у нас такие вот. Коробочки. Так. А где же у нас этот самый... Тут, по-моему, две четверти, сколько там должна быть резьба, кажется. Ну, короче, не важно. Главное, что она стандартная. То есть камера моя подойдет. Держатель для монопода тоже подходит. То есть все, в общем-то, замечательно. Обычное стандартное крепление. Итак, открываем нашу стоечку. Так, довольно жестко так входит. Это хорошо. Вот у нас такие вот крепления у них имеются. Открываем нашу стоечку и разворачиваем ее на полную длину. Так. Ну, вот, собственно, у нас высота. Слышь, я думаю, она гораздо больше выдержит, чем 2,5 кило. Единственное, что если очень много на нее навесить, то она, конечно, опускается, как видите, вниз. Угу. Но... В принципе, я думаю, если вам инструмента не жалко, то можно здесь дырочку просверлить и вставлять сюда саморезики, чтобы она при, когда много на нее навешаешь, чтобы она не опускалась, потому что, видите, она крепление не выдерживает и начинает спускаться вниз. И сейчас я камеру сниму и покажу вам, как она, в общем, смотрится. Так, а ну-ка, иди сюда, камера. Вот так вот, сейчас мы поглядим, да? Вот так вот она у нас выглядит в полную величину. Как видите, стойка довольно высокая. Ну, 2 метра все-таки, поэтому как бы сейчас мы еще раз подойдем поближе, посмотрим наше крепление. Так, фокусируйся. Угу. Вот такие вот у нас крепежи здесь. Зажимы, то есть, да? Вот. Стоечка раз и спустилась. Вот так вот. Здесь у нас такой же. Тут у нас также пластиковый механизм. Как видим, все болтики закручено. Здесь есть зажим для самих стоечек вот этих вот. Ножек, вернее. Вот эту штуку зажимаем. И все, собственно. Она ездить не должна. Вот. Также у нас здесь внизу вот такое вот крепление. Как видим. Хорошенько. Здесь у нас тоже все болтиками. Болтики такие, ну, хорошие болтики стоят, нормально. В принципе, довольно-таки все качественно и прочно. Сама стойка очень такая, ну, чувствуется, что, знаете, добротная такая. То есть, прям вот прочнецкая. Прям как, не, мой штатив не такой прочный, чувствуется, как он гнется. А это прям такая вообще... Ощущается, что металл, в принципе, неплохой. Так, в общем-то, еще раз отойдем. Я вполне доволен приобретением. Очень хорошая стойка, мне нравится. Так. Так.
Конечно же, больше 2,5 килограмм я на нее вешать не буду, потому что у меня просто нет таких приборов очень тяжелых, чтобы прямо вот ее нагрузить. Максимум свет приедет, он там весить будет, ну, по-моему, килограмма полтора, около того, что-то такое. Вот, так что, в принципе, 2 стоек мне пока хватит для видеосъемки. Я еще третий свет закажу, потому что я хочу еще на камеру повесить, чтобы... 3 источника было, 2 по бокам, вот так вот, и фронтальный тоже, чтобы лучше освещать то, что снимаешь. Ну и, конечно же, эта штука мне пригодится. Или... А не, она мне не пригодится. Я еще заказал себе на камеру там специальная такая штука, куда можно поставить свет, камеру и все это дело на штатив. И, в общем-то, снимать свою морду лица в темноте или где-нибудь там, в общем-то, когда разговорные видео какие-то будут. Ну, в общем, стоечка очень хорошая. Определенно рекомендую к покупке. Кстати, по поводу цены сейчас скажу, сколько она стоит. Она у нас получается 38, а мне две стойки обошлись в $38. Две стоечки. Это у нас в рублях 2200 рублей. А в гривнах у нас получается 1022 гривны. То есть это довольно дешево. Вот, обычно, блин, за штуку гривен можно только 1 стойку купить, вот, но спасибо Арсеналу, они произвели вот такое вот чудесное вещице, значит, да, по дешевке и замечательно, народная цена такая, так что хорошая вещь, мне нравится, очень прочная, как видите, не это самое, так ее погнуть не получится, она очень прочная. Так что я думаю, если там произвести вот с этими креплениями специальные манипуляции, то она выдержит гораздо больше, чем 2,5 килограмма. Я думаю, кил 10 так точно можно на нее навешать. Хотя я не знаю, что такое тяжелое можно поставить. Ну, да, в общем, кто-нибудь да найдет, что поставить. Вот такой вот у нас обзор сегодня был. Вот таких вот хороших стоек от фирмы Арсенал. Еще раз напомню, у нас была модель Арсенал 2000. В общем, вот такой вот у нас сегодня обзор был. Стоек Арсенал 2000. Всем спасибо. Подписываемся на канал, ставим лайки, комментируем видео. Пока!